Приветики, мальчики, со дня на день готовится к выходу новый экшен Unknown 9 Awaken. Для меня эта игра интересна прежде всего тем, что главную роль в ней исполнила звезда сериала «Ведьмак». Новая игра — это приключенческий экшен от третьего лица. Она будет очень кинематографичной, тут будет множество тайн, а акцент разработчики делают на реализм, стелс и альтернативную историю. Также здесь будут бои, обещают глубокий линейный сюжет для одного игрока. Сама по себе игра эта будет очень эмоциональная и такая, знаете, повествовательная. Она может похвастаться проработанной вселенной, элементами психологического хоррора, а также в игре будут рассмотрены философские вопросы о политике. По сюжету этой игры вы Харуна, квестер, наделенный способностью погружаться в таинственное измерение под названием Складка. В погоне за тайными знаниями Харуне предстоит познать всю силу Складки и сразиться с опасной тайной организацией. Вот-вот выходит эта игра. Разработчики опубликовали трейлер запуска. Давайте его посмотрим. Для лиц, достигших 16 лет. Рефлектор и Намко Бандай представляют. Вот оно. Ну, видно, что акцент будет делаться на стелс, но опять же повторюсь, что это не геймплейный трейлер, а кинематографичный, хотя возможны геймплейные вставки. Вот она, Йеннифер из Ведьмака, красавица. Клевая. Ага, стрелковые орудия будут, не только волшебствы. Ну, крутая, крутая. Интересно, стоит ли ожидать взлома этой игрулечки? Это непонятно, непонятно. Но трейлер неплохой. Хотя, честно говоря, я ожидал большего экшена, больших возможностей, так сказать, графических в плане спецэффектов и постановки кадра, учитывая, что это синематик. Дикая лошадь врывается в дверь. Я оживаю в конце времен. Но это, видимо, есть дикая лошадь, это актриса красивая. Мне нравится. Внешка. Несется, прям слышен топот копыт. Кобылица. Блин, а неплохой графен. Вот если бы в игре такой был. Дирижабль. Что это за сеттинг такой? Интересно. Все подряд намешали. Но, честно говоря, графика как будто вот из этого трейлера. Как будто синематик Assassin's Creed Valhalla. Ну, в целом, неплохой трейлер, особенно вторая его часть. Честно говоря, я не собирался играть в данную игру, но трейлер оказался неплохим. И если появится такая возможность, обязательно ознакомлюсь с этим проектом. Отличная игра, где присутствует главная героиня. Причем очень красивая, интересная, как по мне, и достаточно харизматичная, которая играла одну из главных героинь в сериале «Ведьмак». Ну, а поможет ли такая коллаборация стать этой игре успешной? Поживем, увидим. Это был Антивирус. Спасибо тебе за просмотр. Подписывайся на канал за новыми видео. Пока-пока и дергайте меня за бока.